Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, любители АФКшечки! На связи Йорн, и сегодня мы будем делать лютые открытия на аккаунте игрока Санитарика. Но в жизни человека зовут Семен. Привет еще раз, Семен. В общем, мы должны усилить его аккаунт и посмотреть, как изменился дроп после патча 1.56. Будем собирать хрена крена, ну и всех других героев. Как-никак, 29 глава. В общем, что по накоплениям? Давайте зачекаем. Это Астрозал, 178 карточек. 114 кристаллов, но кристаллы, скорее всего, пойдут в простой призыв. Посмотрим, как вообще будет открытие, допустим, тех же самых фиолетовых шардов и простых свитков. И, возможно, что-то поменяется, да, переиграем. Ну и список желаний. Список желаний вот такой. В принципе, хороший. Ну, исходя из того, что у него уже собрано. Все, давайте зачекаю героев и начнем открывать. Так, фракция людей. Тут проще сказать, кого надо прокачать, чем перечислять всех. Ну вот Гвинет надо докачать, да? Сколько? 3 копии. Неплохо. И она на белой рамке. На Сесилию есть 4 копии. И также нужны копии на Ригби, на Оскара. Ну, в общем, все видали, все педали. И фракция Громил. Докачиваем Софию. Также нужен Тайдус обязательно. Потому что, когда вы будете встречать каких-нибудь противников героев, в этой вот именно фракционной башне Громил, вы, конечно, без этого героя будете страдать. Ну, он прям как вода нужен. Варек для фармобоссов, Вурк ДДшник, Нумису под хил. Ну, в общем, на Нумису надо еще 4 копии. Дофига, на Сатрану 2. То есть, если Сатрану 2 копии вытаскиваем, потом ее меняем, допустим, на этого крена. Хрена. Ну да, так и сделаем. В лесниках нужен еще Лурсанчик, Ящерка, Пипа, Салиса, в общем, много кого. Но Лурсанчик получается ближайший, да. Так, могильники. Тут на Деймона не хватает одной копии. Это хорошие новости. А на Нару не хватает, получается, 2 копии. Но это тоже вопрос времени. На Изольда 4. На Сайлоса дофига. И нужен также Грежул. На Грежул надо еще 2 копии. А он заходит на фарм боссов. Вот Торна я бы повременил пока прокачивать. Лучше прокачать Грежула. И докачать Деймона. А там уже будет по ситуации. Ну и фракция небесных. Обезьян на подходе. Осталось 4 копии. На твинов получается надо еще 5 копий. Это тоже хорошая новость. В принципе, возможно их быстро вытащить. Даже за астрокарты. И потом мы попытаемся нашу Талину собрать до мифика. Вот такой вот план. Ну и есть еще Айнс, но нету Эцио. Вот если бы был Эцио, то вообще бы было зашибись. Надеюсь, разработчики перезапустят события, где можно будет взять этого Эцио. Ну все, давайте откроем шарды. Я тут все скрестил, почесал, по дереву постучал. Давайте. Давайте, шарды родные. Первые 26. Что же нам упадет? Так, 2 копии фары. То есть он идет уже, у нас получается, что там на звезды, да, он же прокачан вроде был. Тайдус, это тоже хорошая новость. Пипа, Тази, София, это тоже хорошо. Угу, и Сатрана. Смотрите, осталась одна копия на Сатрану. Ну и какие-то герои идут на звезды. Ну вот Сейрус и Пипа, то что упали, это тоже хорошо. Но ни одной копии ящерки, это печально. И Деймон, ну где же ты, братиш? Падай давай. Еще 26. Угу, крен-хрен. Привет, базукер. Мне вообще нравится этот герой. Я его очень долго тестировал. И с помощью него круто проходить фракционные башни. Серьезно. Так, первая копия попугайчика с Криата. Мегира, да вы серьезно? Не, Мегира это хорошо. И смотрим. Укун. Тоже хорошая новость, то есть на него осталось 3 копии. Так, Нарочка, ух ты, уля-ля, София, Софию-то мы практически собрали, по-моему, да, уже. Один, Вурчонок, Сайлос, вы посмотрите, какой хороший дроп. 2 копии Тейна, ну, это такое, но зато упала Нара. И, по-моему, мы уже...
нам не прогнозируется. Давайте подкачаем, добьем эти 6. И будем, наверное, в астрозал все открывать. Уже 3 фиолетовые карты в загашнике имеются. Но то, что твины упали и Мегира упала, это, конечно, круто. Но что-то ни одного дабла. Все даблы остались в астрозал. Наверное, здесь скажут, размечтался, типа вообще что ли загнался. Ладно, давайте, 4 копии. Родненькие, шлепнитесь быстренько. Прям порадуйте дядюшку Йорна. Мне кажется, я скоро уже мозоль натру на пальце. На этом шарике. Так, 3 копии осталось. Угу. Ну должны вытащить эти 3 копии. Ну ты чё, собака, не даешь-то? Чё жрёшь только? Я не знаю, что там, подольше его крутить, что ли? Ну давайте до второй надписи. Капец. Вот это да. Сколько уже? Промахов 5, наверное, было, да? Без комментариев. Так, вторая копия. Вот так вот копишь, потом открываешь и сидишь, просто офигеваешь, как часто они падают. Карта на лес. 2 карты. Вообще в жопу эти карты. Дайте нам нормальных героев. Шлем на людей, на ловкачей. Ну, короче, ладно, вы поняли. Капец! Вы чего? Вы серьезно, что ли? И еще одна копия осталась. Не, я как бы там ничего не прогнозирую, но когда так падают герои, это, конечно, дичь какая-то. Карта было немало, но 4 копии-то должны были вытащить. Сейчас еще вот здесь вот вытащу с одной. Такое тоже бывает, происходит. Ну, всякая, короче, фигня. Золото. Синий корм нагромил. Сундук с энергией. Опять всякая фигня. Пошли в ход кристаллы. Ну, твины-то должны упасть. Короче, сундуки. Угу. Уже 2. 2 раза просто 10 косарей кристаллов, как ведро. Это уже 3-я пятерка ведро. Карта на могилу. Это уже 4-й промах. И вот только сейчас они падают. Не, ну это фигня какая-то вообще. У меня, конечно, сегодня еще будет открытие. Там очень много ресурсов. Вот мы там более точно проверим астрозал. Всегда выпадение было стандартное каждый 5-й или каждый 6-й. Но я бы хотел чаще, друзья, чтобы падали эти герои. Как вы думаете, это, наверное, будет правильно? Потому что если уже есть какая-то зависимость, то о каком мы рандоме можем говорить? Конечно, можно высчитать там по теории вероятности, что он каждый 5-й, каждый 6-й будет падать. Но когда столько ресурсов съедает, а прирост этих ресурсов гораздо меньше, чем мы хотим, даже обидненько становится. Давайте откроем это фиолетовое буйство. Так, Один, неплохо. Ящерка, Ульмус. Ульмуса можно скармливать. И тут падает Хоган. И еще есть 6 фиолетовых карт. Тут какие-то сундуки. Кстати, вот если София еще одна копия упадет, допустим, можно ее отсюда взять и прокачать. Хотя можем взять отсюда и Укуна. Тут тоже Укуна можно взять. Но тут надо будет думать. Хорошо. Я ожидал, конечно, от Астрозала другого. Но точно мы Таллину собирать не будем. Потому что кристаллы просто туда улетят, а тока мы ничего не получим. Поэтому лесом. Софушка, Софушка, солнышко, ну пожалуйста, упади, а. Давай падай.
Пошли в ход кристаллы, друзья. Опять одна фиолка. И это последняя копия Грэжула. Ну, хоть так. Его убираем и ставим на его место. Можем поставить Тейлвин, а можем поставить Торна. На Торна там вроде не все копии есть. Этого скелета. Ну да, на него только одна копия. То есть еще надо три. Так и оставляем. София, солнышко, давай. Можно, конечно, ее половить там за 3 косаря, но хотелось бы здесь ее вытащить. Что там осталось? Совсем чуть-чуть. Давай, давай, громилы, падайте. Так, Лорсан. Хороший герой. Нужный герой, самое главное, что. Я беру этого зайчика в наемники у нашего соклана на 9 из 9 плюс 30. Всегда. Он очень круто вообще помогает. Особенно, когда связывают. И вот когда будете проходить выше 360-го башни лесников, прям заходит на ура. Тут падает Хазард. Это больше PvP герой, чем PvE. Ну, на этапах кампании тоже можно использовать. Салиса. Крутая магичка со своими цветочками. Подряд прям, смотрите, по одному идут и все. Пипа, белочка сумасшедшая. Ставите с Неморой максимальный захил. Ставите Стази максимальный контроль. Ну и плюс она сама неплохо наваливает. Сайлас, наш сумасшедший доктор. Поставит вам прививку от COVID-19. Я так морю, друзья. Ничего в этом смешного нет. Это бацилла долбаная, блин. Много людей унесла. Реально ничего смешного с ней нет. Ну, почему-то как-то так вот вырвалось. 2 копии Тайдуса, вы серьезно? Вот так вот. Первый дабл и такой хороший. Вот если бы 2 Софии упало, было бы тоже круто. Давайте поделимся этой новостью. Ну и полетели дальше. 2 Тайдуса, это, конечно, прикольно. Так, надо чекнуть, сколько там призывов-то за 3 косаря. 4, наверное. 3. Да ну. А созвездие? Сколько надо еще? 2 героя? Погодите. Кого мы можем тут прокачать до белой? Ну, Гвинет не прокачаем, это точно. Так, братец Тайдус, на тебя не хватает буквально 1 копии. Вот тебя бы я следующим и качал, если честно. В лесниках на ящерку еще дофига, на лурсанчика осталось 2 копии. С лурсаном я, в принципе, был прав насчет 2 копий. И тут Грежева можно, конечно, прокачать и тогда 1 копию ловить. Блин. Ну ладно, сейчас разберемся. Давайте, короче, до 40-ника докрутим. А там посмотрим. Может быть, сейчас что-нибудь еще как упадет нам веселое. Угу! 2-й дабл с Алисой и Кильтур. Ну давайте на шару последний раз. Так, тут ничего не падает. Окей. Окей. Окей, обей. Так, ну прям вот рука у меня туда тянется эту софушку взять. Давайте откроем вот эти все карты в Громил. Ну давай, уповая на удачу. Скрэк, очень хороший герой. Прям вообще без комментариев. Как и Аноки, прям 2 брата-акробата. Крен, тоже хорошо. Заберем уже, по-моему, там 1-е карты кормовые на Громил, тоже пригодятся. Дресс. Вообще Громилы стали гораздо сильнее, вы не заметили в последнее время?
И чтобы тут не упало, каждый герой хорош, но их надо прокачивать. Две копии Дреза, вы серьезно? Зачет. Все вгромил. Ну, София, давай, давай. Скрят. Да это какая-то нечестная херня. Почему не падает София? Третья копия Дреза. София! София, давай. Антадрочка после реворка такая себе. Но если будет хил в команде, будет отжаривать под щитом. Но с отхилом она была жестче. Две копии Антадры подряд. Но пришло время Софии. Давай, родная, фиолетовая. Скрэк уже был. Ну. Даешь, смотрю, что ты будешь делать-то, а? Прикиньте, ни одной копии Софии. Это нечестно. Давайте, короче, сделаем следующим образом. Мы вгромил сейчас крутанем полтинник и посмотрим, как пойдет. Если пойдет хорошо, без разговоров. И если пойдет ужасно, возможно, что-то сделаем и переключим. Поехали. Не, нормально идет вообще. Вообще нормально идет. Короче, крен упал и на мису. Ну, спасибо. Спасибо. Ждем Тайдуса. Хочу пополнение в семье. Давай, София, пожалуйста, упади. Давай, родненькая. Да иди ты в баню, Хасас. Всякая синь. Нужная. Опять синь. И сейчас будет фиолет. Да, один фиолет. Пожалуйста, фиолет. Это падает Тайдос. Прикиньте, вот как такое бывает, да? На Софию надо. Сколько там? Одна же, да, вроде копия или две? Так, на Тайдуса осталась одна копия. И на Софушку надо две копии. А, нет, Тайдуса мы собрали, друзья. Все. То есть нам осталось дособрать Софию. Ох, я не могу, а. Эта игра меня доконает. Так, кого мы сюда поставим? Аноки. Аноки. Аноки с этим креном хреном. Это, конечно, чит. Ладно, давайте еще в громил покрутим. Мы такими темпами уже крена соберем. Ну, София, ты упадешь, нет? Еще один дабл. Вы посмотрите, что творят фракционки. Аноки. Сегодня что, какой-то буст громил, что ли? София! Пошло дело. Так, тут уже у нас опять нету места. Ну, давайте еще чуть-чуть сюда. Так. Ну ладно, докрутим. Короче, усилим по полной громил. Ну, мису. Ништячок. Вот она. Наконец-то. Матушка, ты упала. Ну как так-то? Почему ты вот раньше-то не падала? Так, Тайдуса собрали, Софию собрали, Сатрану собрали. Можно поставить Дреза, а можем поставить Скриата. Мы ставим Скриата. Открываем тоже в громил. Аноки, это очень хорошо. И может быть напоследок? Нет, тут чисто синь. И один свиток. Нет, он ничего не дает. Так, тридцаточка. Что мы будем делать с вами на эту тридцаточку? Кого мы будем ловить? В общем, переговорили, приняли решение, что будем собирать крена. Вот так вот, друзья. Ну, во-первых, идет, да, пакет роста. Его соберем, получим еще какие-никакие плюшки и анимированную рамку. Но отсюда, я не знаю, я бы вот все-таки брал, да, у кунчика два раза, безусловно, даже не обсуждается. И там останется одна копия.
Все, крутим крена. Давайте мы его поменяем. Если кристаллы останутся, можем крутануть за 2700. Почему бы и нет? Сейчас как даблы насыпятся быстренько. Первый минус. Второй на плюс идет, нет? Нет, сейчас будет фиолет. Не, ну если каждый третий, кристаллов останется немного. Угу. Есть одна копия. Не, ну вы серьезно, что тут? А, ну вот, извините меня. Всего лишь один промах, и сразу падает герой. И кто будет второй? Мне интересно. Горво. Ну, такое бывает, друзья. Вот он дабл и чисто рандом. Ну, неплохо, что, смотрите, да? Под конец два героя. Куда откроем? Куда откроем? А давайте все в громил. Усилим по полной их. У него тогда башня проседать не будет, потому что по другим фракциям у него неплохо. Там Дэймон будет тащить, в лесниках Ирончик. А, допустим, в людишках там есть кому тащить. Гвинет потом потихонечку подкачает. Так, ну я не знаю даже, что, давайте его, наверное, качнем. Почему бы и нет. Есть, конечно, герои, которые заслуживают прокачки, наверное, быстрее. Но тут будет набор роста. Успеет Тайдус прокачаться, на него даже, наверное, еще хватит. Так же, как... Ну да, тут как бы есть корм. И, в принципе, Тайдуса уже до мифика можно поднять. Угу. И в предложениях давайте заберем кораблик. Вот 9 карт. Это, конечно, вообще мелочь. 2 свитка, 1 шмотка, 50 эмблем, анимированная рамка. И сразу загоним эту рамку вот сюда. Так, вот он. И рамка. Ну только не цветочки, это какая-то вообще шляпа будет. Ну, хотя, почему бы и нет, да? Пусть в цветочках будет. Так, ну не, ну как-то смотрится вообще отстой. Вот так вот. Вот так вот намного лучше, согласитесь. Все получается? Что тут еще добавить-то? Все мы прокачали, и даже созвездие одно должны прокачать. То есть одного героя мы можем еще поймать. Сейчас подумаем, кого. Не знаю, я бы, наверное, на ящерку все-таки. Давайте ящерицу поставим. Че, падай? Там останется 4 копии, и, может быть, в скором времени они нападают. Вот оно. 4-я копия ящерки. Спасибо. И кристаллы я не вижу смысла дальше тратить, потому что через 10 дней будет откат, и можно будет половить эту же ящерку и собрать ее до белой рамки, потому что останется ровно гребаные 4 копии. Все. Вот так вот, друзья. А кого он будет прокачивать из магии рожденных дальше, я пока лезть сюда не буду. Я бы посоветовал Грежу, как я сказал изначально. Но в целом мы собрали много хороших героев, которые помогут ему дальше в развитии, в прохождении фракционных башен, в получении большого количества сундуков с миф-эмблемами, а также астрокартами. На этом все. Спасибо Санитарику за аккаунт. Ну и еще также хотел бы сказать про гильдию. Про гильдию я, конечно, не сказал. Так, вот зал гильдии. Здесь получается активный набор от 15 главы. Dutch Makers, или как он там, Dutch Makers, да. Ну, в общем, короче, есть свободные места. Клан хороший, я пообщался вот как бы с человеком, который в нем играет. Они сейчас не актив убрали, актив набирают. Поэтому милости просим, залетайте. Ну, я думаю, помочь ребятам как бы улучшить этот клан вам не составит труда. Тем более он максимального уровня. Все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписка, колокольчик. Ну и пишем крутые комментарии. Давайте подбодрим нашего замечательного игрока Семена. Увидимся, друзья. Всех обнял.